делаем мультик с ребенком. Нарисовали персонажа. Вот она теперь делает мультик. Будем ждать, что получится. Очень интересно. Одним из ярких событий в череде праздничных мероприятий, посвященных 68-летию Волжского, стал Детский день города. Он прошел накануне в парке Волжский, где работали более 20 образовательных, творческих, музыкальных, спортивных и развлекательных площадок, организованных учреждениями города и ивент-агентствами. Подростки и выпускники школы смогли принять участие в профориентационных мастер-классах «Кванториум» от политехнического техникума. Все желающие получили новые знания во время мастер-классов по изготовлению праздничной открытки ко дню города, поделок из различных материалов. На празднике дети стали участниками развлекательно-познавательной программы на тему российских и зарубежных мультфильмов, а также научного шоу с веселыми экспериментами и конкурсами. Рядом работала площадка юных художников мультипликации «Мультистория». Организаторы локации познакомили детей с миром анимации и помогли узнать, как создаются мультфильмы. Прогуляюсь по парку. Очень интересно для детей сегодня. Много всяких интересных вещей. Сейчас делаем мультик с ребенком. Нарисовали персонажа. Вот она теперь делает мультик. Будем ждать, что получится. Очень интересно. У памятника Высоцкому работал книжный фестиваль «Букфест» и ярмарка детской книги. По соседству – ТикТок-зона. На противоположной стороне аллеи была развернута площадка добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» некоммерческого общественного объединения, занимающегося поиском пропавших без вести детей. На главной аллее парка у фонтана расположились фитнес-площадки, где можно было опробовать джампинг-ботинки и джампинг-батут. А по соседству была организована зона, где играли на барабанах. На центральной аллее картинной галереи развернула выставку «Струны души». Волжане увидели работы художников с изображениями любимых уголков родного города. Я просто очень люблю искусство, и картины на самом деле меня так завлекли. Очень интересные вообще здесь площадки. Я тут родилась, и очень круто, что город так цветет. Вот. Потому что раньше по-другому было. Ребята, пожелайте чего-нибудь волжанам. Да. Всего? Всего хорошего. И самого лучшего. Да. Почетным гостем праздника стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вместе с главой города он прогулялся по парку Волжский, осмотрел все площадки и поздравил волжан с Днем города. Действительно, в нашем городе очень много проектов замечательных реализуется. Мы это видим, это и дороги, и тротуары, и парки, и скверы, и новые детские сады, и модернизированные больницы. Это прекрасно и очень радует, что сумма, которая будет, как озвучил Андрей Иванович, в наш город вложена, свыше 15 миллиардов за эти 3 года. Это прекрасно, потому что это все на благо жителям нашего города.